С нами ли «Голос Отечества»? Здравствуйте, Мария Владимировна. У нас сегодня три вопроса. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, чем грозит окончательный разрыв отношений с Западом? Мы очень много чем повязаны с ними. Это и технологии. Нет, ради бога, пожалуйста, я вас умоляю, повязаны – это из другого жанра. У нас существуют связи, контакты, но мы точно не повязаны. Это они друг с другом повязаны. И второй момент, все-таки это не мы с ними рвем связи, это они изолировались от нас, не знаю, колючей проволокой, информационной блокадой, не знаю, созданием каких-то там политических минных полей и всего остального. Но не мы с ними рвем эти отношения и контакты. Ну просто для чистоты жанра. Вы правы. А? Моя ошибка, вы, безусловно, правы. У нас даже в тексте было записано иначе, извините.